Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру. И что самое интересное, у нас покатушки с мэром в прошлый раз не удались, поэтому мы попробуем еще раз покатушки с мэром пройти. Случайная встреча, секретный ящик встретится. Интересно, что там будет? Здесь нужно ввести код 2151. Открыто. И здесь у нас лежит лазерный пистолет. Ребята, что мы открыли? Вот это лазерный пистолет, офигеть. Надеть снайперку. Убираем. Атака 44. Смотри, а если мы убираем, сколько будет атака? Также 44, да? Лазерный пистолет, ну смотрим. О, у нас нету боеприпасов. Подожди, в смысле? Для лазерного пистолета нужны боеприпасы, которых у меня нет. И рюкзак у меня доступен только дома. Ладно, хорошо. Это хорошая вещь, и мы изучим его потом. Но больше здесь ничего нет. Больше ничего нет. Ну все. Ребята, вы теперь код знаете? Будете знать код, дорогие друзья. Я вам его открыл, так что это очень хорошо. Отправляемся дальше. Угу. Покатушки с мэром. Ну что ж, берем снайперку. И в этот раз надо будет аккуратнее проходить. Раз, два. Есть, готово. Снайперка. Готов. Ну, не совсем готов. Здесь сумасшедший тип. Вот есть. Мы его сейчас разъярили. Он сейчас злой. Мы сейчас его добьем. Чуть-чуть осталось. Блин, алло. Подожди немножко. Умри, гад. Да ты откуда взялся, гаденыш? Так, 68. 68% у нас здоровья. Ну ничего, регенерацию мы увеличили. Поэтому будет нормально. Регенерироваться хорошо. Сейчас мы всех этих добьем, гадов. Вот, видишь, готов. Раз, два, три. У меня улучшенная огнестрельная стрельба. Смотри, как хорошо убивает. 13, 39 забирает. И патронов у меня много. Это очень хорошо. В упор подходим и в бошку. Раз, два, три, есть. Готово. Смотри, как нормально убивает, не? Так, аркуш сейчас быстренько убьем. Где? Давай этого сразу гада. Все, бежит. Давай, взрывайся. Птичка, невеличка. Птичка-невеличка летит. Подлетай ко мне, гадина. Ага, готово. 70. Так, я буду за здоровьем вообще следить, потому что в прошлый раз здоровье очень сильно мое исчезло тогда. Да, потому что я их всех собрал в одну кучу. Несколько зомби-куч. И они меня, конечно же, убили. Видишь, летит. Да тут еще веревку надо будет
Вытащить надо будет. Вытащить надо будет этот джип. Дофига чего надо. Дофига всяких веревок там. Лебедку нужно потом. Крюк надо будет найти. Много чего. А оно раскинуто, естественно, по всей территории. По всей территории здесь все раскинуто. Есть. О, здоровье уже 74. Повышается здоровье, это хорошо. Так, ребята, давайте сюда. На бочку. Все подойдем. Всем, всем, всем сбор. Ох ты, ударил меня, да, гад. Найдите веревку, найдите лебедку. Короче, много чего надо найти. Все, разлетелись. И идем дальше. В поисках веревки. Ага, сейчас мы открываем, и здесь куча будет зомбаков, смотри. Вот они, зомбаки. Сейчас мы нормально с одного места сейчас всех завалим. О, гранатку мне дал, спасибо. Мне не хватило одной пульки на тебя, зомби-школьница. Ну, или две пульки. Так, аккуратно, здесь вроде бы ловушек нет. Здесь вроде бы ловушек нет. И веревка где-то лежит, знаешь где? А, в этом ящике. Все равно я боюсь ящика. Вот она, веревка, да? Веревка готова. А теперь нужна лебедка. А лебедка будет вообще в другом месте. Вот, сейчас мы добежим до лебедки. Вот, в этом месте птички. Так. О, готово. Практически одна птичка готова. Все, две птички готовы. Ой, куда-то я не туда пострелял. Патрончики мои. Тоже надо патрончики-то экономить, ребятушки. 75 у меня уже жизней. Увеличивается потихонечку. Вот, и здесь тоже будут у нас птички эти. Опачки. Перезарядка. И сколько? Две птицы летит. Ух ты! Подожди, я только-только жизнь восстановил. Только-только восстановил жизни, алло. Так, там что, тоже зомбаки? А что, откуда они взялись? Откуда вот эти зомбаки отсюда взялись? Так, а птичек я здесь буду сейчас стрелять. Они, интересно, а они не могут, смотри, здесь прилететь. Нормально. Все, бригада наша идет ко мне сюда. Давай, умирай, есть, готово. Охранник. А, зомби заключенный. Готов. Опять птичка, смотри. О, сумасшедший. Сумасшедший. Бежит, бежит, бежит сумасшедший. Быстрее перезаряжайся. О нет, о нет, о нет, пожалуйста. Пожалуйста. Есть, готов, умер. Так, бежим, 71 жизнь. Постараемся ничего не пить. Ничего не употреблять. Попробуем восстановиться полностью без лечения. Да ё-моё, гадина. Готово. Патрончики мне даже, да? Спасибо.
Вот это я на вас трачу патронов, ребята. Вот это я на вас патроны трачу. Есть. Так, вот эти полицейские ходят здесь. Все, готовы. Разобрались мы с ними. Теперь бежим наверх в гору. Да, пришлось далеко уйти. С того момента, где мы их начали стрелять. О, все, теперь можно поиск проводить. Ага, конечно. Почему ты остановился? Иди ко мне, готово. Охранник, иди ко мне. Готов. Так, школьница, я почему трачу на тебя столько много патронов? И где-то за счет... О, тут этот толстопуз ходит здесь. Давай, 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 взрывайся. Ух ты, меня даже чуть дернуло. А где здесь лебедку? Найдите лебедку. Лебедка где-то в машине. Стопудово. 100%. Нету. Странно. Может быть... Нет, не здесь. Где-то... вот она, лебедка. Конечно. Подсоедините лебедку к машине и к дереву. Тут, конечно же, у нас зомбаки активизировались, наверное, 100%. Где-то здесь уже много-много зомбаков. Сейчас посмотрим. О, конечно же, милые друзья. Как же вы могли бы где-то не быть? Так, птички. Алло, что-то они так быстро летят. Угу. Одна почти что готова. Вот и вторая. Вторая почти что готова. Ух ты! Хотела меня укусить, гадина. А смотри, здоровье-то у меня уже 77, нормально? Так, отстреливаем. Пока они подойдут поближе, мы... Тут уже половину всех уничтожим, наверное. Ух ты, мимо. Аккуратненько. Смотри, зомби-охранник какой, а? Живучий гад. Ух ты, там еще трое идут, а? Давай. Все, готово, нормально. Всех уничтожил. Приходится в такой битве отходить далеко. Пятишься назад. И поэтому отходишь далеко. Подсоедините лебедку к машине. И к дереву. О, пёска. Да подожди, подожди, не беги, не беги ты так. Готово. Сумасшедший тип. Как мне в тебя попасть, чтобы ты быстрее начал до меня бежать? Все, вот, ну сейчас я его, подожди, подкараулю. На, о, получил. На, в голову, на. Нет, нафиг. Я еще и оглушил, а, гад. Перезарядочка. Есть, есть. Мамулька, бабулька. Есть. Коробочки снимаем.
Все готово. И еще у нас здесь, смотри, полицейский, зомби-мать и просто этот зомби в капюшоне. Все готово. Опять птички, а? Так, толстопуз, давай. Взрывайся. Готов. Так, сейчас птичек постреляем. Так, зомбаки, идите ко мне. Так, у нас одна летучая мышь здесь, да? Ух ты, тихо. Одна летучая мышь. Хорошо, хоть одна. А, нет, вот вторая летучая мышь, да ё-моё. Не повезло. Ну давай, лети ко мне уже, давай, поехала. О, перезарядка, не вовремя. Готово. Так, ребята, мне это самое... Времени нет уже. Нужно быстро это все сделать. Даже не успел прочитать, кто он такой вообще. Зомби-школьница. Зомби в капюшоне. Ух ты. Офигеть, нифига у меня же было 2000 почти что патронов. Приходится на них израсходовать много. Так, подсоедините лебедку к машине и дереву. К дереву? К какому дереву еще? Че ты меня кругами водишь? Здоровье уже 80, уже хорошо. Так, подсоединяем. А, в смысле, она автоматическая лебедка? Она так автоматически поднялась? Ну, нормально. Миссия завершена. Покатушки с мэром. Готова машинка. Все, теперь что, пускай мэр приезжает за машиной своей, или я ее сам должен привезти ему? Вот это вот интересно. Кыш. А, радиовышка. Пропавший владелец. Давайте сразу с пропавшим владельцем используем. Либо нет, давай сразу в центр. Уже к мэру мы... Все дела сделаем с мэром сразу. А потом уже дальше. Идем к мэру. Мэр! Мэр! Давай мне бабки. Машинка твоя в целости и сохранности. Ну что, я машину твою вытащил. Вытащил твою машину. Как это выглядит? Да отлично все выглядит. 250 монет всего лишь? Ну, он скряга. Отлично, теперь у нас есть джип. Сам по себе он бесполезен, нам нужна крутая тачка. А ракетная установка будет в самый раз. Я слышал, что у них на научной базе есть такая штука. Ракетная установка для джипа. Ага, ракетная установка для джипа. Ладно, это оставим для новой серии. А в рюкзаке мы посмотрим, что продать. Вот это мы все дело продаем. И предложение здесь мы не будем смотреть. Мы сделаем вот что. Мы сейчас заходим сюда, сюда и посмотрим у нас, какие пистолеты к этому нужно. А здесь у нас написано. Размер магазина 7. Нет, это размер магазина. А нужно нам тип брони. Энергетические. Ух ты. А у нас есть такое? Патроны. А энергетического такого у нас нет. Ну, для интереса. Я сейчас сюда сложу. Все. А, вон как, даже, да? Даже так. Ух ты. А это что за патроны? Не знаю. Без понятия. И попробуем... А, нет, видишь, нифига. Какие-то энергетические патроны нужны.
к нему, а где их взять? Где их взять, неизвестно. Так, сюда сейчас сложим. И вот эти еще у меня есть. А, мне их дофига здесь. Энергетические, слушай. А ну, торговец, у тебя есть энергетические патроны? Нет, 9 мм, 1000 штук. Сколько будет стоить 1000 штук? 900. Нет, пока не буду покупать, у меня их так дофига. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Умение целительства. Ух ты, умение целительства, 2 штуки у него предложение. Угу. Только 4% будет, я потрачу аж 2000. Блин, брать, не брать, брать, не брать, брать, не брать. А я куплю. Раз и два. И использую. У меня же там еще какая-то, я навык там какой-то делал, что типа умение целительства 2%, а я использую, будет 3. Смотри. Опа, 3, видишь? Итого у меня умение целительства будет аж не 3, а 6. А где это посмотреть? Кто помнит? А, миссии? Нет, это не это миссии, нет. Вот здесь, наверное. Умение целительства. А ну-ка. Это не то. Устойчивость к радиации, количество убийств, восстановление здоровья. Это все не то. Скорость движения, перезарядки. Вот умение, да. Вот умение. Целительство. 52%. Нормально? Книжки я купил. Книжки я купил почитать. Вот сейчас у меня 84%. И сейчас я побегаю. Сейчас я забегу сейчас сюда. Поговорю с этим торговцем. Что у тебя есть? А у тебя книжки есть? Нету книжек. Нет, пока не будем ничего продавать. Ну что ж, ладно. Умение целительства у меня развито. Поэтому будем исцеляться еще быстрее. Так что... О, мэр что-то хочет мне сказать. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.